Всех приветствую, дамы и господа, мы вновь на КСФЛ, и сегодня очень крутая рубрика, потому что я решил с $4 поднять сегодня нож. Абсолютно разные режимы, пойдем во все режимы, попробуем новые тактики от подписчиков, и все это за один ролик. Правда, я думаю, что мы сольем, но мне кажется, до 10, до 20 баксов мы просто обязаны поднять. Но давай так, перед началом попрошу тебя, пожалуйста, поставить лайкосик, не забывай, 650 лайкосиков, и я выдаю бонусный скин каждому, кто заходит на КСФЛ. Я даю промик. Ты его вводишь и получаешь скин. Но для этого прожми, пожалуйста, лайк. А если ты просто зашел на этот ролик, тоже прожми его. Держи меня, мне будет очень приятно. Ну а также не забывай, что прямо сейчас ты можешь воспользоваться лучшим промокодом PRDTR25. Этот промокод дает 25%, и он является лучшим, самым большим и самым окупаемым на КСФЛ. Да, пополнять ты можешь абсолютно любыми способами, через Мир, СПБ, Сбер, Тинькофф, как ты хочешь. Но знай, что если у тебя есть возможность, используй промокод, это поможет тебе. По ссылке в описании ты уже получаешь $0.5, а если заходишь в рифкод, отвязываешь здесь код и вводишь промокод Predator, ты получаешь 2 бакса на халяву. Ну а мы приступаем, и приступаем мы, как обычно, с минера. Тактика, которую я сегодня придумал, она маленько странная. У меня 4 бакса. Давайте сделаем так. Поставим 5 минок и попробуем отгадать 6 позиций, а то и 7. То есть сейчас пробуем угадать 7 шагов. Я знаю, что это почти невозможно. Я знаю, что это будет очень тяжело. Но сегодня я хочу сделать не x2, не x3, как я обычно это делал, а попробовать выйти за рамки. То есть попробовать сделать сейчас, допустим, 7 клеток подряд. 4, 4, 5, 6, 7. Вот так легко? Подожди. Не понял. Это мы сейчас с $1 сделали $6. Просто вот так? Нет, я не верю. То есть в 6 раз подняли. Хорошо. Давай заберем $6. Это что у нас? Подожди, стой. Я что-то понять не могу. У нас уже 9 бачей. Просто на ровном месте. Ну давай, хорошо. Если у нас 9, давай попробуем поиграть 4 баксами. Попробуем сделать 4 бакса. Все абсолютно то же самое. Блин, а ты представь просто ситуацию, если у нас сейчас каким-то чудным образом... Ладно. 3 у нас зашло. Это было x2. Но потом мы слили. Представьте, если бы у нас каким-то чудным образом сейчас по какой-то причине зашло бы, допустим, на коэффициент 4. Это сколько у нас было? 4 умножается на 6. Это же целое безумие. Нет, я допускаю, что такое может быть, но вот сейчас мы опять сливаем. И у нас уже 2,72. Давай заолыним, давай поставим 2,7 и попробуем сделать то же самое, что я пытался сделать. Также 5 мин и попробуем угадать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще один. 7. Отлично. 2,5 бакса вот так легко превращаются в 15. Что-то я не совсем понимаю, как это работает. То есть он иногда крашит на 2, иногда крашит на 3. Но сейчас мы просто уже 2 раза делаем 6x на ровном месте. Мы сделали $16. 16, Карл, это очень много. Хорошо, тогда возьмем 8 и попробуем сделать то же самое. Поехали, 1, 2, 3. А вот сейчас слило. Так, хорошо, тогда давай вместо 8 возьмем 4. И если сольем, у нас будет еще одна попыточка. Тоже сливает. Но мы хотя бы доходим до 3x. То есть в этом есть какой-то смысл. Возможно, я сейчас, конечно, просто попадаю на удачу. Потому что у меня в последний раз, возможно, сейчас было слить, а я поднял. Но давай еще раз попробуем 2 бакса. И сразу сливает. И вот теперь у меня всего лишь $2. И еще одна попытка. Давай, знаешь, как попробуем? Да давай просто попробуем натыкать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Блин, круто. Я не знаю, как это работает, но это работает. Вот из 5 раз один раз сработало. И потом еще один раз. И это в самый последний момент. 12. То есть, чтобы вы понимали, я мог спокойно там взять, вот так вот, забрать 12, взять 12 бачей и сделать 3 позиции. 1, 2, 3. И сделать легкий x2. И все это вывести. Но, блин, 6 шагов, это тоже интересно. 24 бача. Но, тем не менее, давайте так. С 4 24 мы сделали? Сделали. Давайте 24 прямо сейчас попробуем еще раз вместе с вами закинуть на 2x. Я бы даже попробовал сделать 6. Давай попробуем, а там посмотрим. 1, 2, 3, 4. Нет, в принципе, нормально. 2,53, это уже хорошо, $60. Ну, коэффициент 5, ну, не коэффициент, а 5 минок, это объективно сейчас один из самых лучших режимов меню. Потому что дает просто нереально. Только что было $4, у нас уже 60. Мы сейчас просто зайдем в краш, оценим всю эту ситуацию. А у нас здесь коэффициент 156. Я не уверен, что мы сможем оценить эту ситуацию, но давайте попробуем. 156 мы поставим на коэффициент... Нет, какой 156? Откуда у меня 156? У меня только 60. Хотел поставить на коэффициент 1,5-2, но коэффициент уже пошел, и смысла в этом никакого нету. Можно зайти попробовать в дабл, оценить, что у нас здесь. Вот, прекрасно. А здесь у нас нет абсолютно...
абсолютно красного. Если сейчас падает черное, будет очень круто. Отлично. И следующую я ставлю на красную, надеюсь, что зайдет. Но будем олынить в любом случае, потому что, а по-другому никак. И все ставят в черное. Мало людей ставят в красное. Но я хочу просто взять, закинуть 60. Я не знаю почему, но я вижу по ситуации. Очень мало было красного. 3 красного и целых 6 было. То есть в 2 раза больше было черного. Ну это же супер очевидно. 120 мочей на ровном месте. 119, ну 120. Давай округлим. И теперь можем зайти в краш. Блин, ну в краше, конечно, ставить вообще нельзя. Ну ладно, давай, 120 бочей. Сейчас как раз у нас был краш. Поэтому давай 120 бочей на коэффициент 1.5. 120 на 1.5 это будет прям то, что нужно. Если сейчас зайдет, а я думаю, что оно зайдет. Отлично, $179, хорошо. Ну в принципе, меня это устраивает. 200 бочей, как бы мы поднялись с $4, это очень круто. Давай даже зайдем, пацаны, в минера и попробуем. Ну да, 180 мы подняли, но давай попробуем по $10 попробовать еще 3 попытки сделать 6x. Мне будет очень интересно. Раз, хорошо, слили первую. Раз, два, вторую. Наверное, повезло. Наверное, мне повезло, пацаны, потому что вот сейчас пробую, 3 залил. Просто $30 на смарку. Но опять же, 3 залил. $4, по сути, да, сколько мы сделали? 180, 70, 60, 50, 150 бочей. При условии, что мы сейчас слили, это $150. 15 тысяч рублей с 400. Это очень сильно. Поэтому, пацаны, пожалуйста, поставьте лайкосик. Если у вас будет какая-то тактика, обязательно пишите. Я буду вам ее рассказывать, буду показывать. И мы будем вместе с вами 24/7 сидеть и окупаться. Не забывайте, что есть самый лучший и самый окупаемый промокод PRDTR25. 25% на абсолютно любую сумму, которую ты будешь закидывать на этот сайт, и это самый большой промокод. А как забрать 2 бакса? Зайти в рефкод, отвязать код, который видишь здесь, и привязать код Predator. Вот так. На связи был, как обычно, я Predator. До завтра.